Здравствуйте, с вами Олегыч, вы на канале Олегыч Геймс. Мы продолжаем игру Dragon Age Inquisition. Да, мы сейчас находимся в свистящей пустоши. И тут какой-то мы в прошлом видео увидели с вами лагерь. Вон рабы бедные, я смотрю, какие-то там. Так, ну мы и там разберутся. Налегке, если что. Так, есть корень тут и добыча. Так, давайте с тем рабом поговорим, который там, это что, бочка в воздухе повисла? Очень интересно. Think so, Master Kunari. Thank you. They are happier now. Так, нашли какого-то одного раба. Так, что тут у нас? Больше вроде ничего такого. О, борода растет. Вурдалаки. Ой, тут какой-то клондайк прям. Где это мы вообще? Куда-то забрели. Блять, по одной штуке только можем взять, а? Чё так мало? Чё здесь за нычки такие? Нет, туда нету смысла, наверное, идти, хотя я не знаю. Осмотреться можно. Что там за херня такая висит? Сейчас посмотрим. Ты смотри, сколько тут всего растет. Я уж не успеваю тут все собирать, блин. Кабан этот. Так, отлично. Этих поубивали здесь нафиг. There, that's some good armor. Are you referring to me? Some high-ranking women wear ornamental crap with tits hammered into it. Так. One good shot. And all that cleavage gets knocked right into the stump. Real mess. Тут какой-то знак вопроса есть. Good on you for going practical. Давайте глянем. I aim to please. Leave something to the imagination too. Ёптель, это что там такое? Так, корень смерти. Бля, мы их там уже столько насобирали, этих корней. О, это этот. Давайте его грохнем. Здоровяк. Давай, беги сюда.
убили бедолагу. А, вот еще один, да, лагерь. Понял, сейчас обыщем. Это от руины, получается, гноми. Они вообще-то всегда же под землей тусят. Цикл крепкий, я херею. Что у него какая-то стойкость к огню, что ли, я не могу понять. Что-то тут он охранял. Грёбаные ассасины, блядь. О, чувак. Пусти батоны тут стрелять. Так, какие-то книжки. Ой, блядь, это где? Какая-то статуя, и сзади есть какой-то кроки гробницы в каньоне. Может, я уже одну нашел? На могильниках. А на могильниках я уже был, по-моему. Короче, всю территорию, когда обрыщем, тогда разберемся. Даже можно проще сделать. Журнал открываем. Ага, вот эта карта этих могильников. Так получается, мы, подождите, в какой были? Гробница в могильниках, значит, это было. Ага. Я думал, что за флаг там торчит. Так, тут еще одна пещера. Тише там. Сумасшедшие, налетели, блядь. Чуть не порвали меня здесь. Ой, что-то нашел. Какая-то фигура дракона. Так, какие-то сокровища тут есть. Откуда они здесь взялись? Очень странно.
Я пока не могу найти вот там одну херотень. Блять, может она наверху? Опять повылазили. Так, тут вроде больше ничего такого нету. Так, я думал, что я тут ключ найду, фрагмент ключа, но пока что нету. По идее, там все я обыскал. Так, даже можно сохраниться, в принципе. Так, давайте глянем на карту. Это руины, да? Тут была могила. Так, давайте идемте потихонечку. Создадим лагерь. Хотя, кстати, я здесь не все еще обыскал. Тут что у нас такое? А, это просто здесь следить за порядком, понял. Так, а тут я все понаходил. Что тут руины не маленькие? Ух ты, бля, кабаны такие два. Так, давайте этого шамана, блядь, нашинкуем. Так, латы даже нашел я гномии. Отлично. О, фолианты нашел тоже. Так, теперь нам надо отсюда сваливать, я так думаю. О, еще один раб. Please don't. You're safe from me. Why, Andraste, thank you. Все? Типа освободили, да? Так, что у нас тут по карте? Пока ничего интересного. Так, где же лагерь тогда? А, походу он где-то здесь, повыше. А туда можно спуститься, там что-то есть. Боже, эти уже здесь появились. Испугали аж меня. Так, здесь каньон. Лагерь здесь пригодится по-любому. Are the Venatori hiding everywhere in this desert? Inquisitor. Так, гномья история есть.
What is it? You may want to look into this. Ну, это можно тоже сделать. Так, что еще? Не, ну это пускай так и остается. Так, тут можем сохраниться. Ага, понял, вижу. Тут что-то есть интересное. Я думал, что там уже тупик, а там еще, оказывается, есть кусок территории. Ух ты, там еще что-то есть. Интересно. Так, сейчас навешаем этим ребятам. Так, я себя перестрахую. Просто знаю, что они любят вылазить. Все, можно разрыв закрывать. Так, отлично. Больше тут ни хера нету. Блин, аж обидно как-то, честно говоря. Найдена древняя дорога. И куда она ведет? Так, что-то я не могу понять, я правильно иду или нет. Так, там кто-то шастает, я уже вижу. Это что за руины? Какой-то охотник. It's a pleasure to see a new face. Watch out for those Tevinter mages. They aren't so kindly as Hunter Mag, which is me. Anything I should look out for? Watch out if you have to fill your water skins. There's more monsters than normal staking out the oasis. Do you know what the Venatori mages are doing here? Arguing amongst themselves, mostly. I think they're trying to find a way inside that tomb with the two statues. It's locked tight as far as I can tell. Why come out here for game? What do you hunt? Not game. I bring back fine furs and shiny teeth they cut and sew in Orlais. I'm not the only hunter here. Valroyo is always hungry for the best. He can make a fortune feeding that beast. Quillback spines, for example. All the fashion for men's hats last winter. Farewell. Keep your water handy.
Так, какое-то задание нам тут дали, да? Убьем тварь. Давай. Легендарная какая-то, блядь. Так, сохранимся. Разобрались. Блин, откуда это здесь взялось, я так и не понял. Еще? Оно, короче, где хочешь кидает, я уже начал понимать. Так, давайте освободим этого раба. I thank you then. Так, я куда? А, я иду же на то задание. Не, за тем цветочком неохота мне идти. А вот то, что по дороге встречается, можно подбирать. Так, где эта легендарная тварь? Может, это дракон? Вот те легендарные твари. Так, а где это мы уже? Ух ты, блин. Далековато мы что-то отошли. Легендарная тварь. Так, давайте сохранимся. Мы тут и всех перекопаем, блядь. Это какая-то нычка виверов. О, и здесь руины. Ёшкин кот. Есть. Вот это чудо в перьях. Так, еще раз сохраняемся. Yeah.
задание выполнено. Боже, с него что-то интересное выпадет. Ух ты, блядь, ядовитые железы. Так, еще одно тут место какое-то. Есть. Так, а что тут за руины? Давайте посмотрим. О, опять какие-то, блин, запчасти, да, гномии? Фигурка дракона. Ничего себе, сундук, блин. Жирный такой. О. Так, где это находится? Где-то здесь. Это что за хрень? Дневник гномьих руин, да? Тут страницы собираем отовсюду. Так, это подбираем. Еще один хрен. Они опять появляются. Пошли в жопу. Так, нам пора отсюда выбираться. Все, что могли, мы тут уже нашли. Так, а задание завершено, да? Не надо возвращаться, ни там отчеты никакие охотнику тому. Так. А это что тут? Кто огонь вообще зажег и кто его поддерживает? Это же не может просто так гореть. Вон еще там какая-то фигня. Нездоровая. Что-то потемнело здесь. Так. Ага, вон еще одна повозка с рабом. You care about everyone. You knew Lord Seeker Lambert? I killed him. He cared more about stopping mages than protecting people. You killed Lord Seeker? Pathetic. Just crush them at Andoril's reach or starve them out. Doesn't matter which. I need an example. Seekers succeeding, seizing power, overthrow the divine, triumphant in the eyes of the Maker. I am uncertain whether to believe you. You believe I killed him? So? Так, хорошо. Please don't! You're safe from me. Why, Andraste, thank you. Так, этого мы освободили. Это откуда несчастье постоянно вылазит, я не могу понять. Так. Просто огонек. Территория, конечно, внушительная тоже. Так. Тоже что-то есть.
Так, давайте сначала с разрывом разберемся. Он меня сучара целит. Так, еще один дух остался, да? Есть контакт, хорошо. Ничего. Ой, давайте подумаем, как бы нам тут лучше это все облазить, а? Так, тут опять какие-то руины, я не знаю. Ой, такой звук, как будто дракон там. Это что за херотень? Какой-то механизм вообще непонятный. Так, там тоже горит стрисвет. О, есть. Ага, все, мы сейчас эту территорию тут откроем, эту темную. Я вот что думаю, давайте вернемся в лагерь. А почему не можем? А, потому что я понял. Так, а вот теперь сохранимся и в лагерь. Сейчас войдем в этот каньон. Так, давайте сначала я тут зелье. Все. Так, где-то здесь был этот вход. Вот он. Посмотрим, что тут есть. В этом каньоне. Что-то точно должно быть. Я вижу там просто свет, может там какие-то пещеры. Так, там еще есть разрыв, но он, по-моему, наверху. Хотя, может быть, и здесь. Вполне возможно. Так,
все, надоело чуть-чуть это все собирать. Никакой пещеры не вижу, но какая-то статуя точно есть. Что за статуя вообще, к чему она? Непонятно. Ага, тут еще что-то покупать и продавать можно. И собака это все охраняет, офигеть. Ага, это где-то наверху. Так, и что тут у него есть? Шлем Драски. Угу. Так, руну мы берем. А, доспех. Все купили. Так, теперь можно что-то попродавать. Вау, вот это посох. Меч. Сильная вещь. Так, это понятно. Так, все. Это наверху находится. А что мы там это вот? Так, берем добычу. Так, давайте идем дальше. Тоже на поверхности какая-то херня там есть. О, отлично. А вот еще одна какая-то усыпальница. Как называется? Опять могила. Вижу. Что там, бери. Сейчас зажжем тут везде все.
Нет. Угу, тут везде уже зажили. Опять какие-то тут скрижали. Понятно. Сейчас откроются дальше двери, я так думаю. There's the door. This stonework is old. And I don't mean just a couple ages old. We're talking old. How can you tell? You think we don't have dwarven ruins up in Parvalin? My old Tamasrin saw this place. She'd rope it off until the scholars counted the grains in every... Так, фрагмент. Сундук. Так, фрагмент ключа еще один есть. Так, да, здесь больше ни хрена нету, так что не зря я сюда шел. Есть, все, вылазим отсюда. Так, кстати, знаете, что можно глянуть? Так, на это вот. Все, последнее осталось нам. Боже, как это прекрасно. Сейчас мы с этого каньона вылезем. Не знаю, честно говоря, где он заканчивается, этот каньон. То, что мы тут не зря шастали, это уж точно. Так, нахер. Ага, вот и выход с каньона. Это что такое? А, вулканическое золото. Мне показалось что-то другое. Так, где это я? Ага, все, понял. О, кстати, давайте, наверное, сюда сгоняем. Прям в песке растет сосуд. Так, вижу разрыв. Большой призрак. До свидания.
Мужики наглые, а? Так, закрываем разрыв. Хорош. Так, все, разрывы в каньоне мы все расхреначили. Так, нам бы сюда попасть как-то, да? С этой территории, конечно. Давайте, наверное, возвращаемся в лагерь. Так. Вот так делаем. И тут, наверное, сохраняемся уже в следующем видео. Продолжим. С вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.